Уважаемые жители города, силами Нарвы, Усть-Нарвы, Вайверской волости, Ольгина и Синемяи, молодые люди, которые желают активно провести свой досуг в ближайшую субботу, 14 числа, с 12 часов в городском парке города Силами состоится массовая игра в лазертаг. Уже произошла регистрация, играет у нас практически около 10 команд, в команде 15 человек, предварительную регистрацию прошло 100 человек. Хочу пригласить вас на мероприятие, которое пройдет 14 числа в городском парке. Чем мы будем здесь заниматься? Значит, две команды будут участвовать в игре в лазертаг, и две команды будут участвовать в пинбол и эстафете. Будет интересно. Ждем всех с нетерпением. И участникам необходимо иметь хорошее настроение. Одежда должна быть спортивная, потому что будете много двигаться. И смотрим на погоду нашу прибалтийскую. Обещают дождик, но я думаю, это не будет большой помехой для проведения этого мероприятия. Для игры в лазертаг вы должны быть одеты в свою одежду. Это, пусть это будут кроссовки, спортивный костюм, ветровка, чтобы вам было комфортно и тепло. Самое главное, тепло, чтобы вы не заболели. Для игры в пинбол тир тоже не надо никакой дополнительной экипировки. Маска будет выдаваться, маркер тоже будет выдаваться. Ну, все, что нужно, это только хорошее ваше настроение. Также хотела сказать, что все участники ждет полевая военная кухня, которую можно будет приобщиться и понять, что едят наши военнослужащие в вооруженных силах, почувствовать себя воином, защитником своей страны, своего города. Призываю вас всех 14 числа в 12 часов городской парк Силомея. Игра «Лазертаг» из городов Усть-Нарва, Нарва, Ольгина, Синемяя будет организован. Бесплатный автобус до места игры и обратно. Данное мероприятие состоится благодаря поддержке Силомяевскому городскому управлению и проекту «Кирды Норад». Это основополагающий проект, который проводит данное мероприятие в нашем городе. В городе Силомея мероприятие проводит открытый молодежный центр ЕСН. Все ждем на площадке в парке.